Перед Новым годом Левада-центр опубликовал результаты последнего опроса россиян о политическом и экономическом будущем России. Чего мы ждем от следующего года? Егор Погорелов ознакомился с результатами. И они его напугали, да? Но они, по крайней мере, разнятся с теми результатами, которые были в 2000 году перед выборами, когда Владимир Путин первый раз пошел на выборы. В преддверии президентских выборов этот опрос кажется весьма актуальным. Так, например, больше половины, 56% опрошенных граждан ожидают обострения политической ситуации в 2012 году. Как показало исследование, 61% опрошенных сомневаются, что в политическом плане в будущем году будет для страны спокойным. Надеется на это лишь каждый пятый, 22%. Интересно сравнить, как когда в 2000 году Владимир Путин отправлялся на свои первые президентские выборы, в то, что ситуация в стране улучшится, верило большинство, 41% опрошенных. Более половины, 55% опрошенных в 130 населенных пунктов 45 регионов страны не прогнозируют и экономического прорыва в наступающем году. Когда, как перед первым президентским сроком Владимира Путина, 40% опрошенных заявляли, что экономическая ситуация в стране улучшится. Сейчас на вопрос, возможен ли в России финансовый кризис, утвердительно ответили 40%, отрицательно 42%, а остальные 18% затруднились ответить. Ну и резюмируя эти цифры, отмечу, что в 2000 году перед выборами доля оптимистических прогнозов втрое превосходила долю пессимистических. Сейчас ситуация обратная. Пессимизм во взглядах на будущее у россиян больше. Спасибо, Егор Погорелов, о настроениях россиян.